Всем привет! С вами Саша. Давайте узнаем самые интересные новости. Режиссер Джеймс Кэмерон. Киборг-убийца. В астраханском ТЮЗе появится спектакль про киборга Буратино. Постановка расскажет о поисках счастья в современном жестоком мире. Новая трактовка «Золотого ключика» получит название «Буратино 2087». Премьера запланирована на декабрь. Не знаю, как вы, а я покупаю билеты в Астрахань. Новости из мира моды нас снова радуют. На этот раз компания Heinz выпустила коллекцию одежды с пятнами от кетчупа. Самое интересное, что это не принт, а просто замаранные кетчупом вещи. Вот она уникальность. Если вы любитель чего-то необычного, то вперед! Хотя мы предлагаем не переплачивать и замарать вещи самому. Добро пожаловать в ловушку! В Казани автовладелец застал в своей машине неизвестного. Нервам водителя можно только позавидовать. Он не стал разбираться с воришкой, а просто запер его в салоне и вызвал полицию. Элегантный и, пожалуй, самый безопасный исход ситуации. Без сигналки, но зато с смекалкой. Хаги-ваги – все. Популярные игрушки Хаги-ваги проверят на безопасность для детской психики. На вид они выглядят и правда жутко. Вопросом проверки обеспокоены родители. Они считают, что игрушка вызывает тревогу у подрастающего поколения. Тут стоит вспомнить Дюдюку, робота из «Ну погоди», чудище из «Аленького цветочка». Вот это по-настоящему страшно. А Хаги-ваги стал настоящим любимцем аудитории. На этом все. Оставайтесь с нами, у нас интересно. Всем пока!